Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема нашей сегодняшней встречи – новый федеральный перечень и учебники по истории, обществознанию и праву, которые там представлены. Я, Акимова Елена Юрьевна, ведущий методист редакции «История, обществознание и право» издательства «Просвещение», приветствую вас и начинаю свой семинар. Первый документ, к которому бы я хотела обратиться, это приказ Министерства просвещения номер 345 от 28 декабря 2018 года. Этот приказ инициировал новый федеральный перечень учебников, и сегодня мы будем говорить о том, какие обновления в учебниках истории произошли и какие обновления произошли в учебниках по обществознанию. Обновления достаточно серьезные, но обо всем по порядку. Второй документ, который мы сегодня с вами рассмотрим, это концепция преподавания учебного предмета обществознания. Она была опубликована на сайте Министерства просвещения 30 декабря 2018 года. И как ранее, несколько лет назад, предметная концепция по истории, концепция по обществознанию также приводит к тому, что появилось новое содержание учебников, появились новые линии учебников, и издательство просвещения представляет две линейки учебников по обществознанию. Что касается самих документов, если кто желает более подробно ознакомиться с их содержанием, то вы можете их скачать с сайта Министерства просвещения по данной ссылке. Сайт доступен для всех. Приказ о новом федеральном перечне и концепция по обществознанию наверняка будут интересны учителям истории обществознания, которые сейчас смотрят наш вебинар. Файлы можно скачать в PDF-формате, в Word-овском формате и подробнее ознакомиться с содержанием данных документов. Но важные моменты, конечно, мы сегодня затронем. Итак, начнем по порядку с учебного предмета «История». Какие изменения происходили там в последние несколько лет? Но прежде всего, предметная концепция инициировала переход на линейную систему. Переход на линейную систему изучения истории вызвал к жизни такую проблему, как необходимость синхронизации курсов истории. И все, что было представлено в федеральном перечне до 28 декабря, оно вызывало ряд вопросов в том плане, что был асинхрон между хронологией курса, представленной в учебниках по истории России, и той хронологией, которая была представлена в учебниках по всеобщей истории. Новый федеральный перечень данную проблему решил, и с 28 декабря 2018 года у нас, к счастью, наверное, многих учителей истории, у нас курсы по всеобщей истории и истории России полностью синхронизированы, точно так же, как и учебники, по которым будут заниматься дети по данным курсам. И так как, уважаемые коллеги, обратите, пожалуйста, внимание на слайд, перед вами представлен новый УМК по всеобщей истории, издательство «Просвещение». С одной стороны, этот УМК знаком многим учителям и ученикам нашей страны, но с другой стороны, я имею полное право говорить, что это новый УМК, потому что УМК прошел достаточную степень модернизации, в нем появились изменения, и поэтому я его представляю именно как новый УМК по всеобщей истории Вегасина Сорока Цуппа, который рассчитан на линейную систему изучения истории по требованию примерной основной образовательной программы, по требованию примерной концепции, и линейная система изучения истории предполагает, что предмет история будет изучаться с 5 по 10 класс. Таким образом, вы видите перед собой учебники по истории с 5 по 10 класс. Переход на линейную систему осуществляется уже несколько лет, и в этом учебном году те школы, которые осуществляют постепенный, плавный переход на линейную систему с концентрической, в этих школах 2018-2019 учебный год дети учат историю по линейной системе в 8 классе. То есть 5, 6, 7, 8 классы изучают историю по линейной системе, 9, 10 классы
могут еще доучивать концентр, но поскольку не было четких рекомендаций по поводу того, насколько нужно быстро переходить с концентрической системы на линейную, ситуация может варьироваться в разных регионах, даже в разных школах одного города. Где-то были пилотные классы, где-то дети учат историю по линейной системе уже в 9 классах, а где-то и в 10 классах. Но, тем не менее, несмотря на то, как быстро осуществлялся переход на линейную систему, сейчас федеральный перечень внес порядок в изучении этого предмета. И вот эта ситуация, я повторюсь, обрадует очень многих учителей нашей страны. Итак, полностью синхронизированный курс. Набира учебников по всеобщей истории, то, как они представлены в федеральном перечне, вы можете увидеть на слайде номера каждого учебника. Итак, мы говорим про историю древнего мира, про историю средних веков, 3 учебника по истории нового времени и учебник 10 класса, он посвящен новейшей истории, и согласно концепции, согласно требованию примерной основной образовательной программы, в 10 классе мы изучаем период от начала Первой мировой войны, то есть 1914 года по наши дни. Номера учебников, еще раз повторюсь, представлены на слайде. Какие обновления были внесены в новые учебники? Давайте начнем с учебника 5 класса. С одной стороны, 5-6 классы у нас оказались в ситуации, вот я вернусь на предыдущий слайд, менее болезненной, чем учебники по всеобщей истории 7, 8, 9 и 10 классов. Почему менее болезненно? Ну, потому что как в то время, когда начался переход на линейную систему, предмет истории начинал изучаться с 5 класса, изучался он со всеобщей истории, истории древнего мира. Здесь учебник один, никаких проблем синхронизации курса не было, и поэтому, собственно говоря, тот учебник, который был рассчитан на концентр, мог быть вполне использован в 5 классе. В 6 классе учебник по истории средних веков хронологически завершался концом 15 века. И согласно линейной системе, учебник по истории России также заканчивался периодом конца 15 века. И таким образом очень удачно получилось, что учебники 6 класса с самого начала были синхронизированы. А вот 7 класса учебники по всеобщей истории, по хронологии, содержательно-хронологически обгоняли уже учебники по истории России и начинались многочисленные проблемы учителей истории. Особенно остро эта проблема проявилась в этом учебном году, когда учебник по всеобщей истории, рассчитанный на концентр, начинался с начала 19 века, с наполеоновского периода, тогда как учебники по истории России начинались с периода петровских преобразований. Конечно, вот как соединить, с одной стороны, Петра I, с другой стороны, Наполеона, это была проблема всех проблем, но учителя нашей страны справились с этой проблемой, и со следующего учебного года такая ситуация уже не повторится, поскольку, еще раз повторюсь, теперь предмет истории полностью синхронизирован. Итак, если мы возвратимся к учебнику по истории древнего мира, 5 класс. Развороты, которые вы видите на слайде. С одной стороны, эти развороты похожи на содержание учебников и развороты учебников, которые были до этого. Мы оставили вот те традиции, которые были проверены временем, традиции, заложенные авторами учебника, которые пользовался популярностью на просторах нашей страны. Традиции, проверенные временем, были оставлены, но некоторые материалы претерпели изменения. Ну, во-первых, появились новые рубрики, появились дополнения к параграфам, видоизменились названия параграфов и содержание параграфов, появились какие-то новые понятия и термины, были введены новые персоналии, и вот эти изменения, которые, казалось, не бросаются сразу в глаза, тем не менее,
Тюмени они видны, они очевидны. И, уважаемые коллеги, если вы внимательно всмотритесь даже в содержание вот тех представленных параграфов, разделов параграфов и рубрик учебника по истории древнего мира 5 класса, то вы эти изменения увидите. Аналогичные изменения и произошли в учебниках 6 класса. То есть 5 и 6 класс содержательно-хронологические у нас изменения не претерпели. Но, тем не менее, какие-то изменения более-менее существенные были внесены, были добавлены какие-то параграфы, какие-то материалы, рубрики. И вот это обновление можно увидеть на представленных слайдах в учебниках 5 и в учебниках 6 класса. Таким образом, в основе нового УМК по всеобщей истории Вегасина Сорока Цупа были оставлены традиции, проверенные временем, содержание и структура учебно-методического комплекса соответствуют требованиям примерно основной образовательной программе, методический аппарат учебников соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Содержание учебников, рубрики учебника, вопросы и задания к параграфам учебника позволяют учителю реализовать системно-деятельностный подход, создают учебную мотивацию и ситуацию успеха для обучающихся. То есть информация, которая вложена авторами, разработчиками в содержание параграфов, позволит детям успешно выполнить те задания, которые будут им даны в ходе учебных ситуаций на уроке. Вопросы и задания к каждому параграфу способствуют активизации познавательной деятельности обучающихся на основе учебной самостоятельности. И плюс позволяют реализовать компетентностный подход. Мы говорим как об урочной деятельности, так и внеурочной деятельности, в том числе о проектных работах обучающихся. Учебники 7 класса были ранее асинхронизированы с учебниками по истории России за 7 класс. И вот для того, чтобы были понятны содержательно-хронологические изменения, структура презентации составлена следующим образом. Вот те учебники, которые раньше были асинхронизированы, представлены так. Сначала даны требования примерно основной образовательной программы. И перед вами таблица синхронизации курса всеобщей истории и истории России, как она представлена в примерно основной образовательной программе. Поэтому в соответствии с требованиями программы, в соответствии с линейной системой изучения истории, в 7 классе мы изучаем историю нового времени 16-17 века, и этот период относится как к всеобщей истории, так и к истории России. Вот согласно данным требованиям поменялось содержание учебника по истории 7 класса. Три главы. Первая глава «Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация». Глава вторая «Первые революции нового времени». И глава 3. Традиционное общество Востока. Начало европейской колонизации. Хронологический период соответствует содержанию примерно основной образовательной программы и его требованию. Дальше мы говорим об учебнике 8 класса. Здесь мы говорим про период 18 века, и этот период теперь отражен в содержании учебника. И в этом можно убедиться, открыв оглавление учебника и посмотрев внимательно на это оглавление, которое представлено на данном слайде. Опять-таки мы видим перед собой 4 главы, и если внимательно вчитаться в название глав, в название параграфов, то очевидно, даже невооруженным взглядом можно отметить изменения, которые произошли в главе 1. И особенно в главе 4 «Традиционное общество Востока. Начало европейской колонизации». То есть мы видим, что Османская империя, Индия, Китай, Япония, во-первых, они детализированы, и здесь описывается период 18 века, а не несколько веков, как было ранее в тех учебниках, которые были ориентированы на концентр.
вводится история Персии 18 века. И, коллеги, обратите внимание, 18, 19, 20 параграф – это отдельные параграфы, то есть мало того, что конкретизирован период, материалы по этим странам разбиты в разные параграфы, а это значит новые события, это значит новые персонали, это значит новые понятия и термины. Поэтому я говорю о тех значительных обновлениях, которые произошли в содержании учебников. И это заметно, особенно это заметно в учебниках 7, 8, 9 и 10 классов. Девятый класс учебник представлены авторы, представлены требования программы и представлено оглавление учебника. Содержание этого учебника охватывает хронологию 19 века. И в девятом классе мы заканчиваем изучать историю в основной школе началом 20 века. То есть мы изучаем период 19 века и самое начало 20 века до 1914 года, до начала Первой мировой войны. И в связи с вот таким переходом на линейную систему возникла проблема, как готовиться, как сдавать ОГЭ по истории. Часто я встречаю вопросы от учителей, поэтому сразу скажу несколько слов по этому поводу. Уже в этом учебном году Федеральный институт педагогических измерений выложил два варианта КИМов ОГЭ по истории. Первый вариант, он классический и рассчитан на те школы, которые доучивают концентр. В этом варианте присутствуют вопросы по 20 веку. Второй вариант, он тоже есть, уже относится к тем школам и обучающимся, которые перешли на линейную систему. И в 9 классе изучают историю 19 века и самого начала 20 века. В этом варианте КИМов вопросы по истории 20 века отсутствуют. Там представлено расширенное содержание 19 века, соответственно, больше вопросов, которые касаются истории 19 века, но вопросов по 20 веку там нет. То есть уже с этого учебного года был предусмотрен вариант, что школа неравномерно переходит на линейную систему, но и у тех школ, которые доучивают концентр, и у тех школ, которые перешли на линейку, в этом году есть выбор, как, какой вариант КИМов им больше подходит, и сдавать ли ОГЭ по истории по линейной системе или готовиться к ОГЭ по концентру. То есть этот вопрос решается уже самой школой в соответствии с теми возможностями, которые она располагает. Учебник по истории для 10 класса. Период 20-го, начало 21 века. Авторы этого учебника представлены перед вами. Содержание учебника также представлено на данном слайде. И таким образом мы говорим, что весь курс истории мы охватили целиком с 5 по 10 класс. Количество параграфов в учебниках изменилось, поэтому кроме нового содержания мы можем говорить о новой структуре курса. И, уважаемые коллеги, обратите внимание, уменьшилось количество параграфов. Если вы увидите, то в 6 классе у нас 28 параграфов, в 7 классе 20 параграфов, в 8 классе 21 параграф, в 9 классе 24 параграфа. То есть из расчета часов приблизительно 68-70 часов, которые отводятся на историю в год, 40 часов на историю России, 28 часов на изучение курса всеобщей истории в соответствии с вот этой разбивкой часов. Были оптимизированы количество параграфов, которые представлены в учебнике, для того, чтобы учителям было проще составлять календарно-тематическое планирование. Есть резерв часов, можно предусмотреть и самостоятельные работы, и проектные работы. То есть вот сделано это для удобства учителей и, надеюсь, обучающихся. Итак, новое содержание и новая структура учебников по всеобщей истории.
Десятый класс. Десятый класс, обратим внимание сначала на учебник по всеобщей истории. Вернемся на предыдущий слайд, и мы увидим, что помимо хронологии и изучения истории 20 века, в учебниках обозначен уровень изучения учебного предмета история. Базовый и углубленный уровень. Вернусь на несколько слайдов назад, вот здесь более крупным планом представлен данный учебник. Обратите внимание на то, что у нас теперь прописаны уровни, и в соответствии с данными изменениями мы видим, произошли изменения в оформлении учебника по истории России. Итак, коллеги, представлена перед вами новая обложка, я повторюсь, обложка, новое оформление учебника по истории России. Номер этого учебника представлен перед вами, и этот учебник, во-первых, теперь снова рассчитан на базовый и углубленный уровень, и во-вторых, коллеги, вот обратите внимание на то, что у нас исчез вот такой значок с обгосом, с обложек учебника, появился значок с логотипом издательства «Просвещение». Но, тем не менее, опять-таки, отвечая на один вопрос, который также очень часто мне задают, где вот обозначено, что учебник соответствует требованиям образовательного стандарта, представлен разворот учебника. Если вы развернете обложку учебника, вы увидите на развороте, там, где у меня на слайде указано стрелочками, всю информацию, которая необходима учителю истории. То есть здесь говорится о том, что учебник соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта, то, что он соответствует требованиям образовательной программы, то, что он ориентирован на предметную концепцию и отвечает и соответствует ее требованиям, то есть вся необходимая информация представлена там. И учебники 10 класса как по истории России, так и по всеобщей истории, рассчитанные на изучение предмета история как на базовом, так и на углубленном уровне. Номера всех учебников, как они представлены в федеральном перечне, вы видите на слайдах презентации. В соответствии с примерно основной образовательной программой, в соответствии с требованием концепции, в 10 классе мы изучаем период истории 20 века с 1914 года по наши дни. И именно это содержание вы найдете в учебниках 10 класса. В трех частях, коллеги, в трех частях учебник по истории России и плюс учебник всеобщей истории, содержательно-хронологически, повторюсь, в соответствии с требованиями примерно основной образовательной программы представлен период истории 20-го, начала 21 века. Ссылка на соответствующий раздел образовательной программы дана в презентации. Что касается остальных изменений в учебнике 10 класса, то мы можем говорить о том, что вот даже внешне это видно, содержание, методический аппарат учебника сохранен. Поэтому те школы, которые покупали линейку учебников издательства «Просвещение» под редакцией Таркунова раньше, они могут не волноваться, то есть содержание оно осталось прежним. Рубрики остались прежним, вот произошли вот только незначительные изменения, поэтому, коллеги, если вы уже закупили учебники издательства «Просвещение» для 10 класса, то вы можете по ним работать. Итак, все основные рубрики выведены на слайд. Это наши рубрики «Честь и слава Отечества», которая способствует формированию личностных результатов. Это рубрика «Историки спорят», которая появляется тогда, когда речь заходит о каких-то трудных вопросах истории. Это обязательные рубрики «Работаем с картой», «Изучаем документ» и рубрики, в которых собраны разноуровневые вопросы и задания к каждому параграфу. Еще о небольшом изменении, которое появилось. По аналогии с учебниками по истории России, в учебниках по всеобщей истории появились материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности обучающихся.
Как работать с этими материалами, мы уже говорили тогда, когда представляли новую линию учебников по истории России под редакцией Туркунова, и мы говорили, что в данном случае вот эти материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности вполне можно использовать для урочной деятельности. То есть если учитель делает вывод о том, что в данных материалах содержится важная информация, которую необходимо изучить на уроке, то право учителя материала для самостоятельной работы сделать теми материалами, которые он совместно с детьми будет изучать, он преподавать, дети изучать в рамках урока. Коллеги, поэтому если вы видите какие-то вот важные материалы, содержащиеся в данном параграфе, еще раз повторюсь, что и содержательно, и структурно материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности, они ничем не отличаются от материалов традиционных параграфов, и уже учитель принимает решение, как поступить с данными материалами, либо их оставить для самостоятельной работы, либо их использовать в рамках урочной деятельности. Это решает сам учитель. Рубрики, которые вы сможете найти в учебнике 10 класса по всеобщей истории, представлены перед вами. Мы видим традиционные рубрики, которые содержат вопросы и задания разных уровней сложности. Мы видим рубрики, такие как вопросы и задания к курсу, рубрики, в которых представлены темы для проектов и проектной деятельности. Мы видим материалы для работы с картой, мы видим, опять-таки, документы и работу с документами, которые учитель может организовать, и плюс рубрика «Дополнительные материалы», где содержатся интересные сведения либо об исторических личностях, либо о каких-то исторических событиях. Итак, это то, что касается первого ОМК по всеобщей истории, который представляет издательство «Просвещение» и которое вошло в новый федеральный перечень учебников. Второй ОМК по всеобщей истории перед вами. Вы видите вторую линейку учебников по всеобщей истории. И эта линейка будет знакома тем школам и тем учителям, которые привыкли работать с учебниками издательства «Просвещение» «Центра сферы». И вот здесь вы перед собой видите учебники с 5 по 10 класс по всеобщей истории. Номера этих учебников, которые представлены в федеральном перечне с 5 по 10 класс, здесь по аналогии с предыдущей линейкой, мы говорим об учебнике по истории древнего мира, средних веков, три учебника по истории нового времени и учебник 10 класса, где представлена история 20-го, начала 21 века. Содержание каждого учебника представлено перед вами, но наиболее как бы важное содержание — это учебники по истории 7, 8, 9 и 10 классов. Здесь вот оно представлено подробно, и учителя смогут посмотреть все основные изменения, которые произошли в содержании учебника. Также, коллеги, обратите внимание на особенности данной линии учебников. Она характерна, ее можно характеризовать как краткая и сжатая подача информации в материалах параграфов. То есть каждый параграф у нас представлен либо на один разворот, либо учебники 9-10 класса два разворота. То есть сжатко и кратко представлена информация. Задания вынесены в рубрики, и вы можете видеть эти рубрики у меня на слайде. И плюс учебник рассчитан на работу с электронным приложением и интернет-ресурсами. Учебник дополняет тетрадь-тренажер, электронное приложение, составляющий единый комплексный учебник. И вот о работе с электронным приложением, которое дополняет материалы, входящие в содержание параграфа, коллеги, вот об этом нужно заранее проговаривать, и эту информацию нужно доносить не только до детей, но и до их родителей. Потому что, например, в тетради-тренажере может содержаться задание, ответ на который дети
найдут в материалах, входящих в электронное приложение к учебнику. И чтобы не было никаких недопониманий, дети должны понимать, что работа выполняется с привлечением той информации, которая изложена, а, во-первых, в самом параграфе, и, б, в электронном приложении. И тогда дети имеют возможность успешно выполнить те задания, которые представлены в тетради-тренажере, выполнить задания, которые входят в основу учебных ситуаций на каждом уроке. И самое главное, что эти материалы представлены, учебники оформлены великолепно. И если мы говорим о мотивации, то с точки зрения визуальной составляющей, вот эти учебники, конечно, они делают все это оптимально. Итак, рубрики перед вами, содержание перед вами, хронологию каждого учебника я вам представила. И таким образом, подводя итоги по предмету «История», мы говорим о том, что в данный момент издательство «Просвещение» представляет две новые линии учебников по всеобщей истории. Там сохранилась наша линия по истории России, но мы говорим о новых линиях, поэтому обратите внимание на две линии учебников по всеобщей истории. Школы имеют право определиться, какие учебники им больше подходят. Номера всех учебников вы можете найти в данной презентации. Переходим ко второму учебному предмету, к учебному предмету обществознания. И те важные изменения, которые там произошли, они вызваны принятием предметной концепции, которая опубликована на сайте Министерства просвещения 30 декабря 2018 года. И, собственно, переход на предметную концепцию, он способствовал тому, что появились новые линии УМК. Одно из изменений, которое произошло, оно было ожидаемым, и концепция, собственно, она только подтвердила это изменение, которое и должно было произойти. Мы с вами знаем, что по учебному плану, представленному в примерно основной образовательной программе, изучение предмета обществознания у нас начиналось с 6 класса, тогда как учебники, которые были представлены в федеральном перечне до 28 декабря 2018 года, эти учебники включали в себя учебники по обществознанию за 5 класс, и таким образом у нас изучение обществознания в основной школе было с 5 по 9 класс, ну и плюс 10-11 класс. Теперь здесь также внесены коррективы, и мы видим, что основная школа, предмет обществознания у нас начинает изучаться с 6 класса. Мы видим номера учебников в федеральном перечне и оглавление каждого учебника. Коллеги, обратите внимание на то, что учебники 6-7 классов, они включают в себя материалы, которые раньше были представлены в учебниках 5 класса. Поэтому, ссылаясь на приказ Министерства просвещения 28 декабря 2018 года, те школы, которые не купят новую линию учебников по обществознанию, но по каким-то причинам, ну, главным образом финансовым причинам, вот учителя обществознания будут иметь возможность скорректировать свою программу и увидеть, как, собственно, поменялось содержание курса, просмотрев данную презентацию, сравнив содержание учебников и сделав соответствующие выводы. То есть, коллеги, вот если в школе сложилась ситуация, что вы начали изучать предмет обществознания с 5 класса, а потом можно ли покупать новую линию учебников, коллеги, ответ – да, можно, и можно переходить на новую линию учебников. И чем, наверное, раньше вы будете переходить, тем удобнее
для вас будет этот переход, поскольку, ну вот, например, в шестом классе вы можете столкнуться, но с повторением нескольких параграфов. Я думаю, это не принципиально, я думаю, это не сложно, и мы знаем известную поговорку, что повторение – мать учения, поэтому никаких сложностей с переходом со старых УМК на новые УМК быть не должно. Но для удобства учителей обществознания все содержание новых учебников представлено в данной презентации. Итак, учебники 6 и 7 классов, повторюсь, что туда были включены материалы, которые раньше были в учебниках 5 класса. Также представлены учебники 8-9 класса. Там в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения были включены параграфы и материалы, которые способствуют освоению обучающимся основ финансовой грамотности. И обратите на это внимание, уважаемые коллеги. И я, как методист, прошу вас внимательно вчитаться в оглавление учебников и обратить внимание не только на название глав, но и на название параграфов, которые включены в данную главу. И если на первый взгляд какие-то изменения будут незаметны, то тогда, когда вы прочитаете название параграфа, вы эти изменения увидите и сможете внести необходимые коррективы в ваши рабочие программы. Итак, содержание учебников 8-9 класса дано. Содержание учебников 10 и 11 классов представлено перед вами. И несколько слов о том, что представляет собой методический аппарат учебников. Мы опять-таки сошлюсь на то, что в основе мы оставили вот все традиционные рубрики, которые были в предыдущей линии учебников, поскольку эти учебники очень хорошо себя зарекомендовали. То есть учителя увидят и обучающие увидят знакомые рубрики «Проверим себя», рубрика «В классе и дома», рубрика «Говорят мудрые», рубрика «Документ», рубрика «Ситуация». Но, тем не менее, мы видим новые параграфы, такое как параграф 26 «Страховые услуги». И рубрика «Готовимся к экзамену», она теперь идет после каждой главы. Для оптимизации процесса подготовки к государственной итоговой аттестации по обществознанию. Поэтому мы говорим, что как в учебниках истории, так и в учебниках по обществознанию. Для учебников по обществознанию, наверное, эта информация будет более актуальна, так как обществознание – самый популярный предмет, который выбирают по выбору в качестве экзамена. Мы говорим о том, что содержание учебников, методический аппарат учебника направлено не только на достижение образовательных результатов, но и на то, чтобы ребенок смог комфортно для себя подготовиться к сдаче основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. Поэтому после каждой главы идет рубрика «Готовимся к экзамену», вопросы, задания, рекомендации, на что обратить внимание. И если ребенок выбирает обществознание в качестве экзамена, то он уже, начиная вот с начала основной школы, может обращать внимание на те или иные моменты, которые ему понадобятся во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию. Шестой и седьмой класс учебники, их методический аппарат, их рубрики представлены на слайде. Рубрика «Вспомним», рубрика «Обсудим вместе», которая идет в начале урока как мотивационный момент, как та рубрика, которая помогает учителю сформировать цели и совместно с обучающимися этих целей достичь в конце урока. Рубрика «Учимся размышлять», практикум, рубрика «Путешествие в прошлое». Здесь я подробнее не останавливаюсь и не характеризую каждую рубрику, поскольку учителя, которые работали с нашими учебниками, они с этими рубриками хорошо знакомы, а те учителя, которые выбрали для себя наш учебник, они могут
могут узнать подробную информацию о каждой рубрике в вводном разделе учебника, который так и называется «Как работать с учебником». И в этом учебнике дана подробная информация о предназначении, целях и задачах каждой рубрики, с которыми можно организовать работу на каждом уроке по обществознанию. Вторая линейка учебников, которая представлена издательством «Просвещение», она, ну, можно сказать, совершенно новая линия учебников Котовой Ольги Алексеевны, Лесковой Татьяны Евгеньевны по обществознанию, 6-9 класс основная школа, 10-11 класс. Она представлена перед вами. Сразу скажу, что состав УМК включает в себя не только учебник и электронную форму, но также и тетрадь-тренажер, тетрадь-практикум и тетрадь-экзаменатор для удобства освоения курса обществознания. Но прежде всего мы говорим об учебниках, электронных приложениях и электронных формах учебника. И, уважаемые коллеги, вы знаете, что с 2014 года все учебники, которые входят в федеральный перечень учебников, они обязательно сопровождаются электронной формой учебника. Я специально не говорила об этом, чтобы вот сейчас сказать, что электронная форма учебника, она актуальна для всех тех линий, о которых я говорила ранее, то есть и для учебников по истории России, и для учебников по всеобщей истории, и для учебников по обществознанию, поскольку все учебники, входящие в федеральный перечень, они обязательно сопровождаются электронной формой учебников. Итак, особенности нового УМК. Ну, во-первых, построение курса идет с учетом традиционных и современных представлений научных, философских, социально-гуманитарных дисциплин об обществе и процессах, происходящих в нем. Акцент сделан на межпредметные связи, развитие самостоятельности и самоорганизации обучающих, привлечение их личного социального общества для опыта для понимания закономерности структуры функционирования и развития общества, формирование гражданского самосознания, высокого уровня правовой культуры, толерантности, готовности к сотрудничеству и диалогу. Наглядность, логика и особенная системность подачи учебного материала призваны обеспечить успешную подготовку к сдаче основного государственного экзамена и единого государственного экзамена по обществознанию. Курс базируется на результатах исследований в научном аппарате комплекса общественных наук и дает представление об основных темах, традиционно рассматриваемых такими науками, как социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология, а также философия. Особое значение уделяется раскрытию понятий теоретических положений на фактах личного социального опыта учащихся и их собственных социальных наблюдениях и уже сложившихся представлениях о правилах и модели социального поведения, а также предпрофильному самоопределению школьников. И опять-таки, еще раз повторюсь, что наглядность, логика и особая системность подачи учебного материала призваны обеспечить успешную подготовку к сдаче государственной итоговой аттестации по обществознанию. Подробнее с методическим аппаратом учебника можно ознакомиться в вводной рубрике «Работаем с учебником». Развороты учебника представлены перед вами на примере одного из параграфов, то есть вот Конституция Российской Федерации, основы конституционного строя, и рубрики, которые входят в каждый параграф, вы узнаете, вспомните, знакомимся с законом, мудрые мысли, мои исследования общества, вопросы и задания. Опять-таки, каждая глава предусматривает то, что дети в ходе нее изучают не только материалы параграфа, но и материалы электронных приложений, а также те интернет-ресурсы, ссылки на которые даются в соответствующей рубрике «Подведем итоги». И вы эту рубрику видите у меня на слайде. Содержание каждого учебника представлено, и содержание учебника 6 и 7 классов перед вами, 8 и 9 класс соответственно,
10 и 11 класс, учебники базового уровня, также их содержание представлено в презентации для того, чтобы каждый учитель мог подробнее знакомиться с содержанием каждого учебника. Подробнее о рубриках вы можете узнать из моей презентации, но опять-таки повторю, что данная линия учебников, она характерна для сферовских учебников, именно сжатая, лаконичная подача информации в параграфе, один разворот, объем параграфа, 9, 10, 11 класс, каждый параграф по 2 разворота, то есть более краткая информация представлена на страницах параграфа, но опять-таки, работая с параграфами, мы понимаем, что мы работаем не только с материалами параграфа, но мы работаем с электронными приложениями, мы работаем с рубриками, мы работаем с интернет-ресурсами, которые нам необходимы, мы работаем с законами и статьями нормативных документов, которые представлены к данному параграфу, и все это в целом говорит о том, что обучающийся в полном объеме осваивает курс по обществознанию, и плюс мы говорим о том, что данные материалы позволяют осуществить планомерную, хорошую подготовку государственной итоговой аттестации по обществознанию. Итак, вторая линия УМК по обществознанию 6.11, точнее 6.9, 10, 11, авторы Котова, Лескова, номера учебников представлены перед вами, то есть номер каждого учебника, и по этому номеру вы можете их найти в федеральном перечне учебников и осуществить заказ, если такого будет выбор школы. Теперь несколько слов о том, на что нужно еще обратить внимание при изучении предмета обществознания. Один акцент мы сделаем на том, что нас ожидает в будущем. И, коллеги, еще раз повторюсь, то есть это не сегодняшний день, это дело будущего, и давайте я процитирую концепцию. При освоении программ основного общего и среднего общего образования преподавание и изучение обществознания на базовом уровне является обязательным для всех обучающихся и сфокусировано на решении практических задач воспитания, социализации обучающихся на основе формирования у него целостной социальной картины мира. На уровне среднего общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающийся может реализоваться углубленный уровень обществознания. Углубленный уровень на ступени среднего общего образования обеспечивается за счет расширенного освоения теоретических знаний в рамках базовых наук и способности их применения в последующей профессиональной деятельности, связанной прежде всего с социально-гуманитарным знанием. Итак, мы говорим о том, что концепция по обществознанию нам вернула углубленный уровень изучения предметов старшей школы. Он прописан в концепции. Но, уважаемые коллеги, еще раз подчеркиваю, что на данный момент учебников по обществознанию для углубленного уровня нет. И в новом федеральном перечне представлены учебники по обществознанию 10-11 класс, базовый уровень. То, что мы видим сейчас, это дело будущего, и когда мы будем уже говорить о том, что необходимые изменения будут внесены Министерством просвещения, я опять-таки делаю акцент, Министерством просвещения в образовательную программу, когда образовательная программа официально вернет нам углубленный уровень изучения обществознания, тогда мы будем говорить о том, что необходимо представить новые учебники по обществознанию для углубленного уровня. Пока таких учебников нет. Есть учебники базового уровня. Но мы знаем, что для школ, которая реализует социально-гуманитарный профиль, изучение
профиля по обществознанию или углубленного уровня обществознания необходимо. На данный момент вот существующее противоречие, отсутствие углубленного уровня и сохранение социально-гуманитарного профиля, оно преодолено следующим образом, что данные классы с реализацией социально-гуманитарного профиля, в них используется учебник по обществознанию базового уровня, и плюс к нему прилагаются учебники по экономике и учебники по праву углубленного уровня. И вот в связи с этим я прошу вас, коллеги, обратить внимание на ОМК «Право» под редакцией Лазебникова, которая появилась в федеральном перечне. ОМК «Право» рассчитано на углубленный уровень изучения этого предмета. Основные преимущества – это то, что соответствует требованиям всех образовательных стандартов и программ. Разработан, предназначен для классов гуманитарного и социально-экономического профиля, ориентирован на практическое применение, предусматривает работу с правовыми документами, способствует профориентации выпускников и способствует успешной подготовке к единому государственному экзамену. Методический аппарат учебников, я теперь говорю об учебниках права, он аналогичен тому методическому аппарату, который представлен в основной линии ОМК по обществознанию, то есть в тех учебниках, авторами которых являлся Леонид Наумович Боголюбов и другие, и таким образом дети, которые работали с учебниками по обществознанию под редакцией Боголюбова, а мы говорим о старых учебниках по обществознанию, или с новыми учебниками по обществознанию, авторы Боголюбов и другие, эти дети, они будут легче ориентироваться и осваивать те материалы, которые представлены в учебниках права, легче ориентироваться в пространстве учебника, потому что подача материала им уже знакома, рубрикация им знакома, цели и задачи рубрик им знакома. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в учебниках выстроена система для организации самостоятельной работы обучающихся, и также включены вопросы для самопроверки, творческие задания. В учебники включены материалы, направленные на формирование и развитие универсальных учебных действий, навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности. Все, что входит в состав ОМК, вы видите, представлено на слайде. Что же касается оглавления и содержания учебников, то соответствующие материалы также представлены у меня на слайде. Перед вами оглавление учебника по праву 10 класса, представлен номер этого учебника в федеральном перечне. Итак, в 10 классе у нас 6 глав. Это «Право и государство», глава номер 1, «Форма и структура права», глава 2, «Становление и развитие отечественного права», «Правотворчество и правореализация», «Право и личность», и последняя глава в 10 классе, глава номер 6, «Основы конституционного права Российской Федерации». 39 параграфов в учебнике 10 класса. Учебник по праву для 11 класса перед вами. Мы видим номер, под которым учебник представлен в федеральном перечне. Мы видим оглавление учебника «Право 11 класс». Здесь у нас 7 глав. Первая глава «Гражданское право», вторая глава «Семейное право», третья глава «Правовое регулирование трудовых отношений», глава номер 4 «Административное право», пятая глава «Уголовное право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Экологическое право» и «Международное право», глава номер 6 и глава 7 «Процессуальное право». Итак, содержание учебников перед вами, номер этого учебника перед вами. Еще раз мы говорим об ОМК «Право» под редакцией Лазебникова, углубленный уровень. Второй момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание в связи с утверждением концепции по обществознанию.
Цитирую концепцию. Обучающие осваивают основные понятия финансовой грамотности, изучают устройство банковской, налоговой, пенсионной систем, систем страхования. Осваивают способы разумного взаимодействия семьи с различными финансовыми институтами, знакомятся с правами потребителя финансовых услуг, учатся их защищать. Важно сформировать у обучающихся представление о ценности ответственного, грамотного поведения в сфере личных и семейных финансов, в том числе через ведение семейного бюджета. Вот это то, что я, на что я хотела бы обратить ваше внимание. И обратить ваше внимание в связи с тем, что данные рекомендации были даны Министерством просвещения уже некоторое время назад. И еще раз подчеркиваю, что вопросы по основам финансовой грамотности обучающие должны осваивать в ходе изучения предмета обществознания. То есть вот данные разделы необходимо включить. И если мы говорим о новой линейке учебников, будь то линия учебников Боголюбова и других, будь то линия учебников Котовой-Лесковой, то мы говорим о том, что все данные рекомендации, все данные требования, они были учтены авторами-разработчиками и включены в содержание учебника, добавлены необходимые параграфы, добавлены необходимые материалы, и вот один из таких параграфов был представлен у меня на слайде. Но как же быть тем школам, которые не имеют возможности вот сразу закупить новые линейки учебников по обществознанию? Ну, во-первых, еще раз, коллеги, у вас есть право 3 года использовать старые учебники, и приказ министерства вам такое право дает, но необходимые дополнения в связи с теми требованиями концепции, которая была одобрена и которая была опубликована на сайте министерства, нужно внести в свои рабочие программы. И для того, чтобы легче эти изменения было внести, обратите внимание на еще один учебник из федерального перечня, учебник по основам финансовой грамотности Чумаченко-Горяева, представленный в федеральном перечне за номером 223-521, вот он перед вами, он на слайде, номер этого учебника также представлен перед вами, и, собственно говоря, цели и задачи курса основ финансовой грамотности, которые представлен перед вами, состоят в том, чтобы научить критически оценивать финансовые предложения с учетом их преимуществ и недостатков и делать осознанный выбор для достижения личных финансовых целей. Освещаются такие вопросы, как управлять деньгами, зарабатывать, тратить, сберегать, инвестировать, защищаться от финансовых рисков и махинаций, составлять бюджет и личный финансовый план. Налоговая система, банковская система, страховая система, вот все те рекомендации, которые вы видите, и которые необходимо включить для освоения обучающимися в курсе обществознания. Их материалы по ним можно найти в данном учебнике. Данный учебник раньше у нас был в статусе учебного пособия, теперь он включен в федеральный перечень, поменялся его статус, и мы говорим уже об учебнике Чумаченко-Горяева «Основы финансовой грамотности». Итак, коллеги, надеюсь, что данная информация, о которой я сегодня вам говорила, была вам полезна. Еще раз прошу обратить внимание на то, чтобы подробно просмотреть не только оглавление, но и содержание каждого параграфа учебников по обществознанию, особенно учебников 8 и 9 классов, для того, чтобы внести необходимые изменения в ваши рабочие программы. На какой момент еще хочу обратить внимание? В конце, наверное, этот момент очень важен. Коллеги, обратите внимание, что все учебники, о которых я сегодня рассказывала, о которых я сегодня говорила, они обеспечены рабочими программами и поурочными рекомендациями. Информацию об этих пособиях вы сможете найти на сайте нашего издательства ближе к концу февраля.
То есть вот данная информация, она актуальна, рабочие программы и поурочные рекомендации разработаны, поэтому смотрите в феврале на сайте издательства «Просвещение». Спасибо за внимание, у меня все, и я готова ответить на ваши вопросы. Итак, вопросы. Давыденкова Софья Евгеньевна, я работаю в сельской школе, и у нас у администрации не всегда есть возможности приобрести новые линии учебников. Есть ли возможность включить линии учебников по России авторов Данилова Косулина? Уважаемые коллеги, вот здесь я не совсем поняла формулировку вопроса, вот как я ее могу понять или предположить, есть ли возможность включить федеральный перечень учебников, линию учебников Данилова Косулина. Коллеги, на данный момент я обращаю внимание, что в федеральном перечне учебников учебники по истории с 5 по 10 класс ориентированы на линейную систему изучения истории. Концепции по отечественной истории, концепция нового УМК по отечественной истории или предметная концепция по истории, которая легла в основе содержания предмета «История», представленной в образовательной программе, было предусмотрено в качестве самого оптимального варианта то, что изучение истории должно быть по линейной системе с 5 по 10 класс. И я поэтому неоднократно возвращалась к этой информации. То есть у нас линейная система с 5 по 10 класс. И, коллеги, если вы помните, то линия учебников авторов Данилова Косулиной, она была рассчитана на концентр. Она была рассчитана на концентр. И в связи с тем, что у нас сейчас другая система изучения истории, делайте выводы, то есть этой линии учебников по истории России в федеральном перечне нет, но там представлена другая наша линия учебников. Она известна как линия учебников по истории России под редакцией Туркунова, и авторы Арсентьев, Данилов и другие. И, коллеги, эта линия учебников получила очень хорошие отзывы, она хорошо себя зарекомендовала. Эта линия учебников, она соответствует и федеральному государственному образовательному стандарту, его требованиям, и требованиям концепции историко-культурного стандарта, требованиям образовательной программы, и поэтому ориентируйтесь уже на те линии учебников, которые соответствуют современным образовательным программам. И здесь, коллеги, еще раз повторюсь, что с 5 по 10 класс у нас линейка, то есть учебники по концентру, они вышли с федерального перечня, и по истории России, по всеобщей истории нужно ориентироваться как раз-таки на новые линии учебников. Так, вот второй вопрос Майя Валерьевна задает. Почему исключены учебники Данилова Косулина? Ну, я надеюсь, вот по первому вопросу я дала ответы на второй вопрос, почему они исключены. Потому что рассчитаны на концентрическую систему, тогда как сейчас осуществляется переход на линейную систему. Так, Духанова Марина Васильевна. История России под редакцией Туркунова очень сложен для восприятия учащимися. Ну, коллеги, здесь мне трудно сказать, почему он сложен для восприятия обучающихся. Я просто давайте вам напомню, что в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта мы урок строим как систему учебных заданий и учебных ситуаций. То есть у нас учебные ситуации, в основе которых задания, которые служат разным целям, предусматривают разные задачи, но тем не менее в основе задания. И это задание и система учебных ситуаций должны быть составлены так, чтобы мотивировать обучающегося к активной познавательной деятельности и способствовать тому, чтобы обучающийся не только искал материалы и ответы на задания, но и находил их.
И поэтому вот учебники под редакцией Туркунова, они в двух частях, да, параграфы там объемные, но параграфы содержат все необходимые материалы для освоения курса истории и для создания ситуации успеха на уроке. То есть все задания, которые предусмотрены разработчиками, задания, которые можно включить в те учебные ситуации, которые вы используете, с которыми вы работаете на уроке, они предусматривают, что дети найдут на них ответ, то есть выполнят это задание, работая с материалами параграфа учебника. Это удобно для ребенка, это удобно для учителя, и поэтому вот параграфы, они с более обширным содержанием. То есть там не один разворот, не два разворота, там может быть несколько разворотов, но тем не менее там дана исчерпывающая информация. И если мы говорим о том, что, собственно, мы должны стремиться к повышению качества образования, то мы должны учитывать, что такие предметы, как история, такие предметы, как обществознание, они должны содержать в учебниках вот максимальный объем информации, который нужен ребенку для того, чтобы освоить вот этот предмет, и для того, чтобы суметь сдать на хорошие баллы как экзамены, так и контрольные работы, и в целом получить знания. То есть не только сформировать универсальные учебные действия, но и получить знания по предмету. И вот если мы исходим из этих целей и задач разработчиков, то учебники по истории России, наверное, они самые оптимальные с этой стороны. Так, вопрос от Дубининой Елены Владимировны. Можно ли работать в новом учебном году по учебникам Юдовской 2018 года издания? Ну, коллеги, я так понимаю, что вы имеете в виду учебники Юдовской, которые были рассчитаны на концентрическую систему. Вот предыдущие, которые вышли с федерального перечня. Коллеги, но я еще раз сошлюсь на те формулировки, которые есть в приказе Министерства просвещения. В соответствии с этими формулировками школы имеют право использовать еще 3 года вот те учебники, которые находятся в их распоряжении. То есть вы этими учебниками пользоваться можете, но вы должны понимать, что содержание этих учебников, оно не соответствует образовательной программе. А если учитель составляет свою рабочую программу, он должен, ну, во-первых, обязательно ссылаться на авторскую программу разработчиков учебника. И плюс еще одно условие, обязательно, это условие сформулировано в примерно основной образовательной программе. Содержание не должно, еще раз повторюсь, противоречить примерно основной образовательной программе. Вот если вы сумеете уже скомбинировать свою рабочую программу таким образом, чтобы она не противоречила примерно основной образовательной программе, то, пожалуйста, используйте вот эти учебники. Но повторюсь еще раз, что учебники, которые были до 2018 года, то есть авторы, ну, например, Юдовска как автор и там есть, но первая линия, она рассчитана была на концентр, и там история с 5 по 9 класс, первый концентр, и 10-11 класс. Так вот, теперь мы с 5 по 10 класс изучаем линейку, расхождения там начинались, очевидные расхождения с учебниках 7 класса, с учебника всеобщей истории 7 класса, и там нужно уже было значительно корректировать свои рабочие программы. Если у вас это сделано, если вы не испытываете в этом вопросе никаких трудностей и затруднений, и плюс, если нет возможности, конечно, работать с новыми учебниками, то вот Министерство просвещения дает право и дает такую возможность работать по тем учебникам, которые школы располагают, еще 3 года.
Так, Елена Анатольевна задает вопрос. Параллельно следующий год увеличится. Как докупать учебники на 10-15 человек, если учебник с другими авторами? Нет, ну, коллеги, здесь, конечно, вопрос-то не совсем к издательству, как докупать учебники на школу 10-15 человек, но что категорически не следует делать, так это то, что заниматься в одном классе по разным учебникам. Это, наверное, будет неудобно ни учителю, ни ученикам, никому. То есть понятно, что если у вас, условно говоря, идет параллель 8 классов и необходимо докупить 10-15 учебников к этой параллели, то вы, наверное, принимаете решение, что вам необходимо докупить те учебники, по которым уже занимается школа на данный момент, либо если вы переводите, покупаете новые учебники, вы должны учитывать, что вы покупаете учебники на всю параллель. Повторю, что содержание учебника будет разниться, начиная с учебников 7 класса. Это разные рабочие программы. Я говорю сейчас об авторских рабочих программах, коллеги. Эти программы разные. И если вы работаете, например, по старому учебнику всеобщей истории Юдовска 8 класса, то использовать новую рабочую программу к новому учебнику вы не можете, потому что они разные. Поэтому, действительно, если у вас параллель занимается по какому-то учебнику, и нет возможности всю эту параллель перевести на линейку, и вы вынуждены, там, допустим, доучиваться по учебникам, рассчитанные на концентр, то пусть весь класс занимается по как бы единым учебникам, то есть по одним и тем же учебникам. Ни в коем случае не стоит вот этого делать и докупать, например, на часть класса новые учебники, тогда как остальные занимаются по старым. Ну, либо, коллеги, здесь я не знаю, конечно, ситуации в разных школах разные, и возможности у разных школ разные. По крайней мере, если вы на это идете, то обратите внимание, чтобы учебным материалом одним и тем же у вас были обеспечены все дети. То есть, например, в 8 классе, если вот 4 глава учебника 8 класса, она поменялась очень сильно, то ее нужно обновить. Тогда обеспечьте этими материалами всех детей. И если какие-то, допустим, темы повторяющиеся вы сможете еще как-то скомбинировать, то, по крайней мере, вот проследите за тем, что недостающие материалы у остальной части класса есть. Так, Надежда Игоревна, у нас учебники «История России», Горинов 10 класс в 3 частях. Можно их использовать в связке с «Сорок отцу» по 10 класс нового ФПУ? Да, коллеги, я об этом говорила. Данные учебники можно использовать. Эти учебники, которые вот в 3 частях, они рассчитаны на линейную систему, они соответствуют концепции, они соответствуют историко-культурному стандарту, они соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта, и учебник ФПУ «Сорок отцу» по 10 класс с ними синхронизирован, и там будет период истории с начала Первой мировой войны по наши дни, поэтому ответ на этот вопрос – да, вы можете их использовать. Вопрос Людмилы Викторовны Симановой, прошу прощения, где в школе брать деньги, чтобы постоянно менять учебники? Ну, у коллеги, я в начале презентации и в начале своего выступления говорила о том, что я методист издательства «Просвещение». И, коллеги, вот сразу скажу, что издательство «Просвещение», оно не регулирует финансовые потоки с федерального бюджета никоим образом, и поэтому ответ на вопрос, где в школе брать деньги, ну, коллеги, ну, как бы давайте мы не будем его адресовать к издательству «Просвещение». Наверное, есть более как бы компетентные организации, которые действительно занимаются этими вопросами, и это нужно отправлять, вот эту проблему нужно, наверное, решать с теми организациями, которые действительно могут решить эту проблему или помочь в решении этой проблемы.
Так, Елена Анатольевна, слышала, что программа 9 класса «Сорок-Отцуп» идет по теме 10 класса. Коллеги, ну я догадываюсь, о чем идет речь. Вы говорите о том, что учебники 9 класс по концентру были содержательно-хронологически, значит, эти учебники соответствовали периоду истории 20 века. И теперь этот период мы изучаем в 10 классе. Если это имеется в виду, то... Ответ «да», то есть историю 20 века, историю 20-го, начала 21 века в соответствии с требованиями образовательной программы мы теперь изучаем в 10 классе. Да, это так. Откройте программу, коллеги, вы увидите, что этот период у нас изучается теперь в 10 классе по линейной системе. Так, Людмила Николаевна спрашивает, скажите, пожалуйста, есть ли уже программа к новым учебникам по всеобщей истории? Если да, то где можно приобрести? Людмила Николаевна, вот в конце своего выступления я обращала внимание, что рабочие программы по урочной разработке или по урочной рекомендации разработаны ко всем учебникам, абсолютно ко всем, о котором я сегодня говорила, которые я сегодня представляла. Эти программы в течение февраля будут представлены на сайте издательства «Просвещение», поэтому заходите на наш сайт. Заходите по ссылке, которая представлена в одном из последних слайдов презентации, и либо будет дана соответствующая информация, где ее можно приобрести, либо будет дана ссылка на интернет-магазин издательства «Просвещение», где вы сразу же можете это приобрести. То есть в конце февраля, в марте, пожалуйста, заходите на сайт издательства «Просвещение», будет конкретная информация о том, где можно приобрести данные программы. Так, вопрос Людмилы Николаевны, а что, так, что будет с изучением истории в 11 классе? Ну, Людмила Николаевна, изучение истории в 11 классе, оно, безусловно, будет. Исходя из тех формулировок, которые сейчас у нас представлены в примерно основной образовательной программе, вам наверняка известно, что предусмотрен углубленный уровень изучения предмета. И в данном случае речь идет о повторительно обобщающем курсе по истории России с древнейших времен до 1914 года. И данный период предлагается для изучения в 11 классе. Либо идет речь об интегрированном курсе «Россия в мире», и там также для изучения представлен курс с древнейших времен до 1914 года, если мы исходим из формулировок образовательной программы. Вот исходя из этих формулировок, издательство «Просвещение» разработало учебные пособия. Учебное пособие «История. История России с древнейших времен до 1914 года», 11 класс, углубленный уровень. И это учебное пособие представлено на сайте издательства «Просвещение», оно доступно для приобретения. Также представлено учебное пособие «Россия в мире», опять-таки в соответствии с требованиями образовательной программы, период с древнейших времен до 1914 года. Это пособие также продается, пожалуйста, вы можете обратить на него внимание. И, собственно, представлено еще одно учебное пособие, 10-11 класс, это... Собственно, история России и всеобщая история, где подразумевается, что хронологический период с
1914 года по наши дни он изучается в 10-11 классе. То есть в 10 классе мы изучаем период с 1914 по 1945 год, а уже в 11 классе с 45 по наши дни. Но повторюсь, это учебные пособия, они находятся в статусе учебных пособий, и на данный момент, вот на данный момент, подчеркиваю, в новом федеральном перечне учебников по истории, 11 класса, соответствующих, подчеркну, требованиям образовательной программы, примерно основной образовательной программы среднего общего образования, их нет. Их нет. Существуют учебные пособия. Если вы хотите получить более подробную информацию об этих учебных пособиях, заходите на сайт издательства «Просвещение». Они представлены, они продаются, но это учебные пособия. Учебников по истории 11 класса в ФПУ нет. То есть это вопрос, наверное, который будет решаться в будущем времени. Надежда Игоревна, вот здесь опять-таки непонятно с историей России 11 класса, по какому учебнику заниматься после 10 класса в 11. Ну, наверное, вот на предыдущий вопрос, когда я давала ответ, я дала ответ и на ваш вопрос, Надежда Игоревна. То есть вот пока федеральном перечне учебников по истории 11 класса нет, но учебные пособия разработаны, учебные пособия находятся в продаже, и если в школе сложилась такая ситуация, что в этом учебном году, у вас уже в 10 классах история изучается по линейной системе, то есть если вы в 10 классе уже перешли на линейку, изучаете историю 20 века, начала 21 века, то для следующего учебного года вы вправе приобрести вот эти учебные пособия именно по причине того, что учебников 11 класса у нас пока нет. Значит, Майя Валерьевна Лопоногова спрашивает, есть ли авторские программы по обществознанию к измененной линейке. Есть, и с конца февраля они будут представлены на сайте издательства «Просвещение». Светлана Юрьевна Абрамова спрашивает, почему убрали обществознание в 5 классе. Светлана Юрьевна, ну, потому что это обозначено в примерной основной образовательной программе, то, что обществознание изучается с 6 класса, это обозначено в концепции по обществознанию, и в соответствии с требованиями образовательной программы и концепции издательство уже представляет учебники по обществознанию, начиная с 6 класса. То есть, по сути, у нас сформированы требования к организации образовательного процесса по данному предмету, а издательство уже в соответствии с этими требованиями готовит учебники. Вот также поступило издательство «Просвещение». Так, Ирина Иванова, Акиньшина Ирина Ивановна, прошу прощения, спрашивает, сильно ли изменился учебник Юдовской 7 и 8 классов. Ирина Ивановна, вот я говорила в ходе сегодняшнего выступления, 8 класс изменился сильно, там появились новые материалы, которых просто не было, и которых, вот опять-таки, если ситуация, что нужно докупать учебники, обратите внимание, что там новые материалы, и необходимо всех детей обеспечить этими материалами, и содержание, изменение содержания учебников 7 и 8 классов вы можете увидеть, просто посмотрев внимательно оглавление новых учебников. Вы сами увидите, что, во-первых, из 7 класса исчез период, который раньше там был, это история 18 века. История 18 века у нас теперь изучается в 8 классе с дополнением, с расширением. Я сейчас просто не буду рассказывать изменения каждого параграфа, я просто призываю вас опять-таки вернуться к оглавлению учебников и увидеть, какие изменения там произошли. Да, они изменились сильно.
Сиротина Виктория Викторовна спрашивает, финансовая грамотность может ли быть введен как отдельный предмет с 5 класса? Виктория Викторовна, ну, по рекомендациям, и если вы видели федеральный перечень, то вот учебник финансовая грамотность, он рекомендован для изучения в 8-9 классах. Вот какие-то отдельные, возможно, моменты на факультативах элективов вы можете рассматривать, но в качестве рекомендации он, этот предмет, может быть в 8-9 классе. Не планируется, Светлана Юрьевна, не планируется ли в будущем выпуск учебника для 5 класса взамен обществознания? Вот. Не планируется ли в будущем выпуск учебника 5 класса по обществознанию, я так понимаю? Нет, не планируется. Гончарова Любовь Владимировна, если на следующий год мы закупим учебники по федеральному перечню, сколько лет можно будет заниматься по этим учебникам? Ну, коллеги, федеральный перечень составляется на 4-5 лет. И вот, например, данный федеральный перечень, который вышел, я уже говорила об этом, он дает возможность школам заниматься по тем учебникам, которыми уже школы располагают, еще 3 года. Но данные формулировки, они идут от Министерства просвещения, я повторяюсь. Уважаемые коллеги, Министерство просвещения – это как бы та организация, которая регламентирует именно образовательный процесс, которая создает нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательный процесс и его ход. И поэтому вот какой срок будет предусмотрен для учебников этого федерального перечня в будущем федеральном перечне, который будет издан Министерством просвещения, я предсказывать не буду, потому что этим вопросом занимается другая организация. Надежда Михайловна Русинова спрашивает, новые учебники в электронном виде можно посмотреть на сайте издательства? Так, Надежда Михайловна, если вы имеете в виду электронные формы учебника, то вы можете их приобрести, в том числе в интернет-магазине издательства просвещения. Вот я не понимаю, что подразумевается под глаголом «посмотреть на сайте издательства». Аннотацию к этим учебникам, безусловно, вы можете посмотреть. Разворот из этих учебников вы можете посмотреть. Оглавление вы можете посмотреть из данной презентации. Если вы хотите приобрести электронную форму учебника, да, вы смело можете это сделать. Так, можно ли финансовую грамотность ввести в школе как отдельный предмет во всех классах? Ну, коллеги, наверное, вот этот вопрос, он решается внутри самой школы. У школы есть учебный план, там предусмотрено определенное количество предметов, определенное количество часов, и можно ли туда ввести еще там отдельный предмет и сколько часов на этот предмет, это вы уже решаете внутри школы. И последний вопрос. Елена Владимировна Дубинина спрашивает, скажите, пожалуйста, если дети в этом году изучали обществознание, то могут они дальше пойти по старым учебникам, а новые закупить в следующем году, которые для детей, которые начнут изучать обществознание с 6 класса. Коллеги, ну, опять-таки я говорила о том, что приказ министерства предусматривает, что старые учебники 3 года вы сможете использовать в образовательном процессе. То есть я думаю, что это исчерпывающая формулировка. И, собственно, опять-таки я говорила о том, что вопросы по финансовой грамотности, которые должны быть включены для изучения в курс обществознания, можно включить, если нет возможности приобрести новые учебники по обществознанию, при помощи учебника по основам финансовой грамотности, вот о котором я говорила в конце своего выступления. Итак, на данный момент это все вопросы. Коллеги, я благодарю вас за внимание. Всего доброго, до свидания.